В нашей промышленности в широких масштабах применяются различные моющие средства. Обезжиривание многих деталей – непременное условие технологического процесса. Однако применение органических растворителей связано и с определенными издержками. Во-первых, они сравнительно дороги. Их расходование на промывку деталей обходится государству в десятки и даже сотни миллионов рублей. Во-вторых, эти жидкости далеко не безопасны для здоровья, а стало быть, требуют специальных защитных приспособлений. Но все эти недостатки не идут ни в какое сравнение с угрозой пожаров на предприятиях. Бензин, спирт, керосин, уайт-спирит пожароопасны. Более того, они взрывоопасны. Малейшее нарушение технологического режима, неисправность оборудования могут привести к тяжелым последствиям. Небрежное обращение с пожароопасными растворителями нередко входит в привычку, но раз